Но вот не знаю, вот уважаемые телезрители, фанаты, поклонники мои, пускай вы на меня кричите, ругайтесь, но я вам скажу одно, что я был бы рад тому, чтобы у нас была холодная война. Знаете, почему холодная война? Для нас, для России, это будет очень хорошо. Вспомните, когда днем наши заводы выпускали комбайны, ночью выпускали что? Баллистические ракеты. В Харькове, предположим, днем собирали трактора, ночью собирали танки. Тогда бы наши олигархи, в кавычках, которые нарушают закон, они бы не выводили деньги за границу, зная, что эти деньги сейчас могут арестовать. До тех пор, пока не появится холодная война, она нам экономически нужна. Потому что у нас открывается специфика пластиковых карт, как мы сейчас знаем, специфика мобильной связи, система ГЛОНАСС, система рабочих мест, система возрождения технического прогресса. Банально бы казалось, что слово «холодная война», но она несет в себе очень сильный экономический потенциал. Я рад, и дай бог, чтобы так произошло.